Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас прошел урок про джаназа, погребение мусульман, умерших. Сейчас мы идем, находимся на кладбище. Вот там вот находится обитатель квартир. А здесь тоже находятся обитатели уже совсем других квартир. Вот смотрите, насколько глубоко, да? Вот могила, чтобы глубокая же. Вот. Там ляхт есть, интересно? Нет, ляхта нет. Нету, да? Айша, давай ты спустишься туда. Вот глубокая. Аккуратно, могила. Камни на нее могут быть. Сложно там, да? Сбоку. Справа или слева? В сторону Кыблы, получается. А турки же так не выкапывают. Где мой телефон справа? Айша, давай наставление делай. Что сказать? Находясь в будущей квартире мусульманина, жилище новое. Не знаю, слов нету. Апартаменты. Евролюкс, ремонт. Мягкая кровать, мягкая постель. Все условия, кондиционер. Все мечты, мысли улетучиваются, да? Ничего не хочется. Это будущее жилище наше, всех нас. 100 лет пройдет, никого из нас не останется здесь. Никого не останется. Всех, кто по земле сейчас ходит. Наставление сестрам скажете? Минус сестры. На самом деле здесь внизу чувствуется такой холод. Субханалла, я вообще боюсь закрытые пространства. И меня это ждет когда-то. Всех это ждет, субханалла. На самом деле здесь уже ни о чем не думаешь. Да. Реально. Какой-то прям такая энергия, субханалла. Не, можешь описать. Прям тяжелое. И здесь ни о чем не думаю. О мирском вообще точно не думаю. Пусть мы будем праведными, пусть наши дела принесут нам пользу. И пусть Аллах сохранит нас от мучений в могиле, чтобы наши дела превысили этого всего. Аминь, аминь. Очень сложно тебе на самом деле даже говорить. Кто хочет спустить? Если не будет Аллаха в этой жизни, сердце, то здесь предстоит страшное одиночество. На самом деле. Дай Аллах, чтобы мы дожили эту жизнь так, чтобы становились ближе к нашему Господу. Так, чтобы мы потом в могиле не были одинокими. Действительно, она холодная, она пустая. Она еще будет темная. Пусть Аллах сделает нас из тех, у кого могила будет за садом из садов рая. Аминь. Просто реально страшно. Я бы представила, никакие дети, никакой муж, никакие там родные, близкие, никакое тепло сейчас, которое мы испытываем, никакое богатство, ничего. Вот сюда вот только благие деяния с собой можно взять. Пусть Аллах очистит нас всех от грехов и всех мусульман, кто лежит сейчас на этом кладбище, и осветит их могилу нуром. Реально страшно. Реально холодно.